Ну что, ребят, снял я две квартиры. Сейчас мы с вами идем в жилой комплекс, который называется Красная площадь. Ну и хочу я вам показать другую дорогу. Да-да, другую дорогу. Только я не помню, где мы там спускаемся. Как, наверное, здесь. Вот здесь потихонечку. Давайте с вами пройдемся. Посмотрим домик. Кстати, Первомайская, 21, мне нравится дом. Нравится детская площадка. А еще здесь сейчас есть горячее предложение. Можно взять закрытый паркинг. Ребят, чтобы вы понимали, закрытый паркинг в центре за 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, парковка на улице Театральная, да, вот Театральная 11, стоит 7,5 миллионов рублей. 7,5 долбанных миллионов рублей. А здесь мы с вами можем приобрести за 600 тысяч. Нравится детская площадка, потому что крытая, да, не будет летом жарко, не будет зимой сильно прям холодно, не будет продувать. Ну и вот, вот такая у нас дорога. Кстати, хороший мне здесь домик, нравится безумно. И давайте посмотрим все-таки. Супер. Все, супер. Мы сейчас идем с вами в жилой комплекс «Красная площадь». Посмотрим тоже там альтернативную квартиру. Что такое альтернативная квартира? Это значит, посмотрим, что же нам дает противовес расстояние на 300 метров ближе, чем, например, вот Первомайская. Ну и для себя сделаем выводы. Кстати, вот здесь уйти гораздо комфортнее, да? Мы немножечко прям вниз спускаемся. И тем самым, смотрите, здесь еще сделали для колясок, для велосипедов, еще для кого-то. И попадаем с вами вот как раз вот на улицу, которая называется у нас Войкова. Вот, смотрите, попадаем с вами в Войкова. И вот здесь мы с вами обычно паркуемся, ребят. С той стороны это у нас находится центральный Росреестр. Здесь также мы можем, если мы пойдем с вами прямо, потом направо и налево, то мы с вами попадаем в, сейчас скажу куда, мы с вами попадаем не куда-нибудь, именно в жилой комплекс, который называется Сокол. Ну и давайте все-таки мы с вами еще немножечко пройдем. Посмотрим, что же здесь у нас есть интересного. Кстати, идти здесь комфортно. Можем вниз пройти и сразу попасть в администрацию Сочи. А здесь мы сейчас посмотрим с вами движение до ближайших конкурентов. Кстати, сегодня погода классная, плюс 16 градусов, идти комфортно, даже немножко жарко. И мы видим с вами, что жилой комплекс, который называется у нас как? Ну-ка, давайте попробуем угадать. Все верно. Я думаю, риэлторы угадали. Это жилой комплекс Тасмана. И он сейчас строится. Смотрите, строится, все-таки поднимается. Может быть, его и достроят. Может быть, его и сдадут. Да, вполне возможно. Секундочку. Алло. Да, давайте мы сейчас дойдем, потому что нас уже заждались. Сейчас будем смотреть пентхаус. Просто с потрясающим видом. И просто с потрясающей ценой. Все, ребят, смотрите. Вот у нас жилой комплекс Тасмана. Можно его рассматривать. Ну, как бы я рассматривать рекомендую в качестве того, чтобы смотреть, построиться или не построиться. Ну, вроде бы они все разрешающие документы получили на то, чтобы дом ввести в эксплуатацию. Ну и работы потихонечку ведутся. И вот перед нами красавец, который называется жилой комплекс «Красная площадь». Сейчас мы тоже там попробуем что-нибудь посмотреть. Ну и вот так у нас выглядит. Да, вы видите. Алло. Через минуту буду. Какой подъезд? Хорошо, давай. Угу. Давай, спасибо. Угу. Да, ребят, давайте посмотрим. Строится, и даже отдел продаж работает. Но сегодня мы не будем туда заходить, потому что столько хейта, столько всего возле жилого комплекса Тасмана, даже не хочет туда идти. Опять обещание, завтра. Скоро построится. В общем,
не хочется, не поверите, не хочется ничего больше. И в любом случае, я, конечно, зайду завтра или послезавтра, загляну для интереса. Но сегодня у нас стоит задача абсолютно другая. Сегодня мы смотрим с вами объекты с ремонтом и готовые сданные дома. Все, ребят, мы с вами дошли потихонечку, да, 5 минут получается до данного комплекса. Ну и здесь же мы можем еще вниз спуститься. Вот именно по этой дороге я хотел туда идти. Мне кажется, здесь дорога была бы гораздо комфортнее. Все, ребят, всем пока. Пойдем посмотрим квартиры.